В Доме Республики выбирали новый состав представителей от Мордовии в Общественную палату Российской Федерации. За 10 лет работы этого института в нашем регионе удалось решить ряд проблем в различных сферах жизни. Первый представитель Валерий Юрченков отстаивал интересы Мордовии в комиссии по развитию гражданского общества. Фагим Шафиев в комиссии по межконфессиональным отношениям. На этот раз общественники также должны были выбрать путем тайного голосования одного из трех кандидатов в Общественную палату России. Это Дмитрий Амелькин, представляющий Ассоциацию врачей, Сергей Маркиянов из Ассоциации адвокатов России в Мордовии и Дмитрий Подлесный, научный руководитель Республиканского лицея для одаренных детей. По результатам тайного голосования победу одержал главный врач Республиканской больницы номер один Дмитрий Амелькин, который набрал большинство голосов. Также в Общественной палате Мордовии обсудили послание главы республики Государственному собранию. О задачах НКО республики в связи с посланиями и президента Российской Федерации, и посланием главы нашей республики. Потому что и там прозвучали очень важные вещи, связанные с деятельностью некоммерческих организаций, вообще общественных организаций. Поэтому вот второй вопрос, его можно даже, может быть, и основным считать, поскольку он затрагивает всех. Затрагивает, ну, представителей всех организаций, которые ходят в общественную палату.